строители, они не виноваты, они просто делают свою работу, а вот их начальство, как они делают, как закупают материалы, вот смотрят. То есть все вопросы застройщикам? Да, застройщикам. Правительство, кто еще может виноват быть? Потому что, в принципе, все остановилось, жизнь наша остановилась, ничего интересного нет уже. Все как бы, не знаешь, как добиваться этого всего. Не знаю, как можно вот это все, как жить, пережить это все, сколько это может продолжаться. И в драке всегда виноваты оба. Те, кто вкладывают деньги, должны быть аккуратны. Мэрия, город, который дает разрешение на эти стройки, потом эти дома не запускаются в жизнь. А страдают, как всегда, люди? В первую очередь государство и законодательство, потому что, к сожалению, интересы инвесторов очень плохо защищаются с точки зрения законодательства. Ну, как бы на то и есть, наверное, территориальная громада и власти, чтобы как-то находить консенсус, потому что всегда как бы и люди источник власти, и мы выбираем эту власть, я думаю, она нам должна будет помочь. Даже если есть какие-то пробелы, то надо садиться за стол переговоров и помогать тем, у кого обманули, в том числе недобросовестные застройщики и строительные фирмы. Я думаю, что отчасти государство, которое не проверяет фирмы, которым они дают право на строительство. Я думаю, что есть в этом вина. Ну и люди как бы тоже не сильно проверяют, а доверяют и вкладывают деньги неизвестно куда. Ну, наверное, все-таки должна городская власть контролировать это обязательно, мне так кажется. Если это все-таки вопрос будет решен, то тогда и активнее будут люди заниматься строительством. А так, когда люди не уверены в том, что построят они в итоге и не потеряют ли впустую деньги, конечно, сейчас не так активно. Мне кажется, что должна контролировать власть. Виновата, наверное, власть, скорее всего, потому что как бы компания, которая обязалась взять строить, допустим, даже тот, неважно, больницу, то дом, неважно, она должна как бы контролировать, должна быть служба, которая контролирует вот это вот все. Те люди, которые подрядчики, которые строят дома и обманывают людей, откуда я знаю, кто виноват. Вон, жемчужины сдаются.